Продавец монет на ПК Александр Месси. Дешевые монеты на FIFA 16, FIFA 15 и FIFA 14. Также в наличии есть аккаунт, на который можно заказать определенное количество монет. Все быстро, качественно и надежно. Ссылочка на продавца в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Антон Чейз, и, к большому сожалению, зарплаты безработного не хватает на новогоднюю шапку, и поэтому для создания новогоднего настроения в этом видео я использую свою старую отфотошопленную фотографию. Уже совсем скоро наступит 2016 год. Остались лишь последние приготовления, и все начнут праздновать. А лучший друг рэпера Тимати расскажет о том, какой это был сложный год для каждого. И тут он охеренно прав, ибо 2015 год был чертовски сложный и несчастливый для меня. Это я говорю про паки. Но вы сами знаете, как мне в них не везет, и сегодня я решил испытать свою удачу последний раз в 2015 году. Ну что ж, дорогие друзья, вот те самые паки, это самые новогодние паки, это последние паки в этом году, и они настолько новогодние, что от них даже пахнет, по-моему, то ли елкой, то ли очередным наебаловым от EA Sports. Ну что ж, если честно, я немного волнуюсь. Чувствую себя словно пиздюк на новогоднем утреннике. То есть, когда Дед Мороз открывает мешок с подарками, дает тебе красивую новогоднюю коробочку, и ты не знаешь, что внутри. Вот и сегодня, сейчас, красивая новогодняя коробка от EA Sports, что внутри, неизвестно. Но, учитывая мое везение в последних паках, там будет, скорее всего, даже не говно, просто лютая дресня. Обоссанная лютая дресня, говно говна. Ну что ж, я думаю, комментарии излишни. Всех с Новым годом, с наступающим. Первый пак пошел. Кто-то так странно пролагал немного. Возможно, это хороший знак. Ага, хороший знак. Хороший знак пипе. Хороший знак пипе. Остальные игроки прям-таки тоже не огонь, хотя этот парень довольно-таки прикольный. Вот словно два брата, как в индийском фильме, нашли друг друга. Джимми, Джимми, ача, ача, ача. Второй пак на сегодня. Блин, ну EA Sports, ну почему? Новый год, чудо, ну дайте всем по-нормальному игроку со скиллом 87 выше CZ Англия Терри. Дубликат Терри мне падает. Отлично, просто класс. Просто то, о чем я мечтал. Сеньор... I love your жена. Ну, вообще, ануоха, блин, дно, 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 брат пенька, дно, 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 царь вратарей. Я спрашиваю себя, Антон, а не ебанутый ли ты? То есть, ты сливаешь уже, наверное, второй лям монеты, и тебе не выпало ничего. Ничего не выпало, абсолютно ничего. Я вам отвечу, для меня ебашит самоцель. Погнали, третий пак на сегодня. Пока что это все похоже на какое-то конкретное издевательство, блядь, хамшек, сука, сда... Информ! Информ, так, информ, Биглия, 83. Информ, дорогие друзья. У меня было только два информа за всю эту фифу. Это ровно в два раза, чем сколько у меня было раз секс. Был он у меня. Итак, информ Биглия. Это уже интересно, дорогие друзья. И давайте-ка аккуратно узнаем, сколько этот парень стоит. Я думаю, что он не очень дорогой. Хотя, может быть, и дорог. Хотя, скиллы у него просто уёбищные. Просто блевотные. Ну да, ну да, ну да. Это абсолютно квиксельный информ. Он стоит 13 тысяч. EA Sports, красавцы, красавцы. Нечего сказать. И мне выпал азар, дорогие друзья. Просто изи, изи. Изи Азары и очередной брат пенька. И вот часы 12 бьют. Эти паки скоро меня добьют нахуй, потому что ну это просто невероятно. Блять, ну где информы там крутых игроков? Выпал бы Бейл, я в окно всиганул бы, блять. Прям сугубо информ, еще один! Это Руфье, вот это вот уже интересно, вот это вот уже интересненький информ. Охуенные скиллы, очень жесткие скиллы, дорогие друзья. Вот это уже интересно, вот это уже должно быть классно. Хотя бы тысяч
50 он должен стоить, я так думаю. Все-таки он француз, то есть, ну, все дела. Плюс он такой толстый, мощный, как грядущий год, наверное, хороший для нас. Так, итак, давайте-ка узнаем. Давайте-ка узнаем, сколько стоит второй информ. Блин, он, так, у него хороший диапазон от до 200 тысяч. До 200 тысяч он тоже квиксельное говно. Извиняюсь за такую помарочку. Как обидно, как обидно. Ну и последний пак на сегодня. Блин, два информана, два таких залупных информана. Честно говоря, Ace Sports как будто надо мной издевается. Как говорится, возбудим мы не дадим. То есть как бы такая, опа, черная карточка, а вот тебе, дружище. Руфье и Биглия. Последний пак на сегодня. Последний пак на сегодня. И что же у нас здесь? Это не информ, это Каутиньо. Это Каутиньо, который, ну, тоже, наверное, он стоит, но там, ну, я думаю, в пределах 10 тысяч, даже, наверное, меньше. Даже, наверное, меньше, я думаю. Хотя, смотрите-ка, он стоит десяточку, в принципе. И вообще он игрок полезный, по скиллам, судя. Дорогие друзья, я не хочу желать вам чего-то банального. Я хочу вам пожелать всего лишь одного, чтобы грядущий год был лучше и удачливее, чем мои пати. С Новым годом, дорогие друзья! Та-та-та. Та-та-та. Та-та-та.